Всем привет, пацаны! Угадайте, где я нахожусь? Нахожусь я под КамАЗом. А почему я здесь нахожусь в воскресенье с утра? Потому что у нас потеет вот этот сальник хвостовика. Правильно, да? Среднего моста, короче. Это я уже вот приподнялся, отжался на лапках вот так. Висят у нас колеса. И, короче говоря, здесь как бы вообще нормально. Сухо все, тепло. Вот на дощечке вот такой лежу. И что, сейчас будем откручивать кардан. Сальник уже купил. Вот так. Вот так вот. Так. Шайба, глянец. Вот. Все. Все. Чисто заводская. Болты. Вот это я точно знаю. Болты вставляются всегда со стороны кардана. Так, все, еду я уже на работу. Кардан прикрутил. Теперь испытание сальника. Вон Днепр меня ждет уже. Сейчас будем какую-то будку негабаритную грузить. В общем, вагончик это вот этот старый советский, на лыжах который. Вроде бы они стандартные все, но опять вот 6х3. Лыжи обычно проходят снаружи кузова. А у этого что-то пихаем, не идет. Оказалось, одна лыжа погнутая. Короче, кое-как поставили, засунули. Еще эта крыша там наверху самодельная, тоже по высоте там, естественно, не укладываемся. Ну, поехали, смотрим там на провода. Вот он наш красавчик. Как бы классика, да, в своем роде. История. Все, выезжаем потихоньку на дорогу. Там, ну, километр там два проехать по селу. Как-нибудь проскочим. Так, на место приехали, вот на поле там новые участки. Строится народ. Надо чуть по полю проехать. Ну, все сухо, ровно так, более-менее. Возле забора прямо встанем. И через забор он его перекинет туда. Чтобы там не... заезжать, не разворачиваться. Что там? Нет, для Днепра это семечки. Поехали!
Давай, ну-ка, сделай так. Так, сделай. Здесь, да?